Сегодня мы будем играть в Poppy Playtime. Сегодня мы постараемся играть на компьютере, потому что на компьютере тоже есть кое-что там. Ну, короче. О! Опа, оп, опа! Это я помню, мы в первой главе там ходили, но я вам не показывала этого видео, но... Потому что оно у меня не сохранилось, я постараюсь его опять переписать и засунуть в YouTube. И что за дверка? Опа, на, ребят, мы там ничего не видели, мы ничего там не видели, не видели. Ну вот, короче, ребят, какой у меня тут. Иди дальше, не пойду. Что? Когда я впервые узнал то, что вторая глава уже вышла, я чуть не обоссался от радости. Вот реально, чуть не слава. Так, 2-1. Уи! Как будто от крокодилов. Уи! Как будто там в сафари на лиане катаемся, там ничего такого прикольного нет, да? Смешно. Опа. А что, нам никуда? Какой еще? Да. Да. Пошел вон. Ну, хотя так могу делать, его избавиться. Потянули. Потянули. Опа-на. А это... Тут можно что-нибудь нажать? Нет, нельзя. О, ключенцы. Нам нужен ключенцы. Как по-английски это кей? Кей, блин, из какого-то, блин, мультика. Окей, друзья, давай поезда, супер поезда, блин. Но сейчас не об этом, потому что мы играем вообще-то в хоррор трехмерный. Эллиот Людвиг. Ребят, я тут у ютубера все проходил, я тут видел все. То, что там делать надо, просто... Опа. Золотая игрушка. Прикольно. Эллиот Людвиг любит так собирать, да? Ну его же нету. Чоплай тайм компарейшн. Опа. Там туда? Вот сто пудов сейчас Хаги вылезет. Сто пудов. Наверное, сейчас реально Хаги вылезет. Опа, вижу свет. Нет, не вылезет. Прикольно. О, напугало, бля. Ребята, я перевожу, ладно? А что мне с этим делать? Вот я, я не понимаю, я до конца не смотрела, потому что я только досмотрела до вентиляции, потому что мне мама жрать позвала. Да, у меня тоже есть мать, если бы вы знали. Вот, спасибо разработчику Mob Games. Благодаря им у меня просто было очень красивое детство с шестигранными ключами. Пойдет Хави. Пока без точки. Что? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты куда? Ты куда? Поппи, ты куда? Мы же с тобой познакомиться не успели. О, вот она ты. Чё? И туда, да? А, она туда пальцем показывает. Чё, ай? Извини, у меня руки из жопы. Извини, у меня руки из жопы. Да я не делаю тебя грустно, извини. Просто у меня руки как из жопы! Спасибо. Наконец. Попенсий. Чё там сидишь? Сиди. Я убью. А то если побежишь куда-нибудь. Так, ребят, что сейчас делать тут? Я играл в вторую голову. Эп! Мы идем.
это. Hey, I'm up here. I see you. А я слепой. Я не пойду за тобой, там очень маленькая вентиляция. А вообще-то пройти нельзя. Опа, это уже сложненько. Надеюсь, пройдем. Давай, давай, давай. Мы поняли. Ребят, мне еще сложно играть с ноутбука, а то у меня, знаете, как сам ПК из жопы. Сдохли. Побочка. Погнали! Уи! Наконец-то, блин. А то просто я вырезал там попытки у меня есть страшные. Ну, вам лучше не смотрю, потому что их было очень много. Всё. Блин, тут маслом надо намазать эти двери, а то они скрипят ужасно. О, привет, папенций. Чё? Боже! Рука, дай мою папенцию! Она моя! Она моя! Папенция! Ладно, 3-2. Не, пока я не подожду, я сейчас смотрю. 3-2-1. Нет, не надо так резко. Я боюсь горок. Я один раз свою пятую точку вот так разбил с этой горкой. Ой, ладно. Тут пока мы не знаем, что нам делать. Опять токен, наверное, какой-то надо ставить. Мы идем. Опа. Опа. Опаньки, опаньки. Не круто. Да в смысле? Да в смысле? Как это делать-то?